Здравствуйте, уважаемая рукодельница. Сегодня предлагаю вот такой ажурный узор. Вертикальные цветочные дорожки. Расчет петель. Значит, сама дорожка 7 петель в ширину. Одна изнаночная дорожка разделительная, плюс 2 кромочные. Значит, кратно 8, плюс 1 для симметрии и плюс 2 кромочные. Для образца 11 петель. Сразу после набора с изнаночной стороны провяжем дополнительный ряд нулевой, он в раппорт не входит. Кромочная, 1 лицевая, 7 изнаночных. Одна лицевая и кромочная. Это основная дорожка на 7 петель и изнаночные разделительные дорожки. Итак, первый ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 2 вместе за задние стенки. Теперь делаем накид, лицевая, накид, лицевая. Должно быть у нас 4 накида, между ними лицевая. Третий накид, лицевая, четвертый накид. А здесь вяжем 2 вместе перекидом или 2 вместе с наклоном вправо. Одна изнаночная и кромочная. Второй ряд и все четные ряды по рисунку. Кромочная, вот это лицевая. Основная дорожка, изнаночные петли, в том числе накиды. И лицевая. Это изнаночные дорожки с лицевой стороны. Следующий ряд, третий. Одна кромочная, изнаночная, далее 1 лицевая, 2 вместе за задние стенки, 3 лицевые, 2 вместе перекидом, первую провязываем, вторую вот так разворачиваем, обратно переносим и теперь перебрасываем вторую над первой. 1 лицевая, 1 изнаночная и кромочная. Изнаночные ряды, как смотрит пятый ряд. Кромочная, 1 изнаночная. Далее 2 лицевые. Накид, 3 вместе за задние стенки. 1 накид, 2 лицевые. Изнаночная и кромочная. И последний шестой ряд, как смотрит вязка. Итак, мы связали вот такой узор, совсем несложный. Значит, то, что в первом ряду у нас увеличивается количество петель, вместо 7 основных у нас там получается сколько? 9, да? 9, наверное, петель получается. Это нормально, так и должно быть. Но поэтому у нас в схеме появляются такие клеточки, голубые, голубым цветом они закрашены, которые называются «нет петли». Значит, вы их просто пропускаете. Мы на этом заканчиваем. До новых встреч!